20-летний уголовник до полусмерти забил камчатского следователя СКР, заступившегося за врачей скорой помощи. 25-летний сотрудник следкома уже больше 2 месяцев лежит в больнице, а напавший на него 20-летний парень сидит в СИЗО. За причинение тяжких телесных повреждений бандиту, ранее судимому за кражи, грабеж и разбой, грозит до 10 лет колонии. Все произошло в начале июня на парковке торгового центра «Евразия» на 8-м километре. Туда по вызову приехала бригада скорой помощи. Обвиняемый был пьян. Бахвалясь перед приятелями своей наглостью, он стал оскорблять медиков и залазить в их машину. В конфликт вмешался проходивший мимо старший следователь Елизовского отдела СКР. Он сделал дебоширу замечание. Уголовник носил с собой железную телескопическую дубинку. Этим оружием он и избил 25-летнего следователя по голове. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.